А спортсмены секции УШУ Мариупольского спортивно-патриотического клуба «Афганец» приняли участие в открытом чемпионате Бердянска, где выступили достаточно успешно. На их счету 28 наград разного достоинства. Абсолютной чемпионкой соревнований признана Наталья Котляр, в активе которой 3 первых места. В Бердянске выступало 14 спортсменов Мариупольской секции УШУ спортивно-патриотического клуба «Афганец». В итоге они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Это очень неплохой результат, если учесть, что в этих соревнованиях принимали участие новички, которые первый раз поехали на выездные соревнования вообще, и там смогли не растеряться, доказать свое мастерство. Одним из лучших выступлений было выступление Котляр Натальи, которая стала абсолютной чемпионкой данных соревнований, заняла 3 первых места. Неплохо выступили также спортсмены уровня 12 движений Войтик Настя, Калиниченко Алина, Попруженко Владимир, Зяблицкий Олег. По словам Елены Куликовой, общий уровень соревнований был достаточно высоким. И мариупольские мастера УШУ получили на них неоценимый опыт, который обязательно поможет им в будущих выступлениях. На соревнованиях в Бердянске лидировали члены сборной Украины Березина Александра, участница чемпионата мира в Сингапуре, из спортсменов-мальчиков Воротынцев Данил Мухин Кирилл. Соревнования прошли очень организованно, четко, в один день. И все остались довольны, и участники, и зрители, и я как тренер. 8-летняя Наталья Котляр стала в Бердянске обладательницей 3 золотых медалей в упражнениях с мячом, палкой и без предмета. Сама чемпионка отметила, что ее любимое упражнение с мячом, а вот упражнение с палкой ей дается хуже. Не сильно было тяжело, потому что девочек было мало. Мне хочется много заниматься, потому что мне очень нравится этот вид спорта. Уже в ближайшее время мариупольских мастеров УШУ ожидают ответственные старты, к которым они надеются подойти в хорошей форме. В феврале месяце у нас пройдет отборочный чемпионат Донецкой области для участия в чемпионате Украины среди молодежи. Чемпионат Украины будет в марте. Также в рамках областных соревнований пройдут отборочные молодежные игры по УШУ. Да, очень важные соревнования в календарном плане нашем, потому как по результатам этих соревнований формируется сборная Донецкой области. Александр Капустян, Александр Нурбердиев. Программа «События дня». На этом все. Всего доброго и до встречи.